Более 6 тысяч человек из всех муниципалитетов Краснодарского края прибыли в этнографический комплекс, чтобы дать старт новому фестивальному сезону. На центральной площади десятки точек с выставочными экспонатами народов творчества Кубани. Поделки из соломы, куклы, чеканка, атрибуты казачьего быта. Анапские мастера также демонстрируют свое народное творчество. Анапское подворье винодела Ивана Ныбалыголова сегодня в центре внимания. Сотни гостей, которых интересует история Кубани, знакомятся с бытом казаков. Все с нетерпением, наверное, ждали открытия, потому что проходят, спрашивают, интересуются работами мастеров декоративно-прикладного творчества, посещают наши интерактивные площадки. Людям очень интересно. А есть и те, кто едет в Атамань целенаправленно к анапскому виноделу. Ведь о нашем подворье уже ходят легенды. Говорят, здесь творятся настоящие чудеса. Конечно, только для тех, кто в них верит. Вот эта вот люлечка наша, она волшебная. И если загадаешь желание, если нужен ребеночек, наследник или, например, внучек или внучечка, обязательно работает. Я попробовала и проверила на себе. У меня уже 2 внука. И скоро будет 3-й. Одна невероятная история случилась и на наших глазах. Гость из Отрадненского района Роман Бахмачев на одной из старинных фотографий, которыми украшена хата, узнал своего предка. Он был один из основания Отрадненского района. Он был атаманом. Вот это то, что как бы я знаю. Но это фотография, и я знаю, что это мой точно прапрапрадед. На самом подворье работает сразу несколько тематических площадок. Новинка этого сезона – закуток травницы. Здесь собраны все травы, которыми казаки лечили домашних животных и использовали в быту. Особенно живой интерес вызвала книжная выставка, организованная сотрудниками Центральной библиотеки. Здесь же можно было поучаствовать в занятных исторических викторинах и мастер-классах. Бобочка, рубашка такая. Какая? Короткий рукавом. Совершенно правильно, летняя рубашка. На выставках представлены вот такие замечательные книги. Кубанские песни, кубанская свадьба, кубанские обряды, кубанские пословицы и поговорки, и многое-многое другое. Кубанская кухня и все, что интересно в быту казаков. Кроме пищи духовной, была и насущная. В анапском подворье, прямо под открытым небом, жарились, парились пирожки, настоящий кубанский борщ и другие разносолы. А творческие коллективы «Шумай», «Приморочка», «Родонея» и многие другие буквально заставляли пускаться в пляс. Сейчас на пенсию вышел, вот 80 лет. Ну, у меня слов нет. Душа поет, еще раз повторяю. Я люблю эту жизнь. Люблю трудовой народ. Завершился праздник грандиозным концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Краснодарского края. Двери казачьей станицы будут открыты в течение всего лета. Ближайший тематический праздник пройдет 26 мая. В День Святой Троицы здесь проведут музыкальный фестиваль «Зеленые святки». Руслан Душевский, Анапа регион.